Всем доброе утро. Как я выгляжу? Все-таки Джеймс прилетает неспроста. Казалось, история повторяется. Мы приняли решение предложить тебе возглавить российский филиал корпорации. Джеймс по-прежнему тянется к Сандре, а она по-прежнему ускользает. Хотя и предана корпорации и делу. Я хочу вас купить. Сделка невозможна, господин Наврула. Но новый виток судьбы забросит обоих Харперов в далекий Наронг, где иные конкуренты и иные способы бизнес-соперничества. Тебя подставили. Я ничего не помню. В крови мистера Харпера обнаружен героин. Удастся ли Сандре на сей раз спасти бывшего мужа? Его хотят убить. Его компанию и выиграть тендер. Месторождение, выставленное в тендере, в десятки раз больше, чем об этом известно. И сделает ли она, наконец, правильный выбор спутника жизни? Нет твоих и моих проблем, есть наши. Поняла? Татьяна Арнгольц, Андрей Финягин и Анатолий Белый в третьем сезоне легендарного телевизионного фильма «Брак по завещанию». «Танцы на углях» на канале «Феникс плюс кино».